Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Сракоплей. И сегодня буду я играть в Пиги, в Роблокс, да! И я сегодня в новой причесочке, да, как вы можете заметить, я буду постоянно менять прически, когда я буду... Да-да-да-да, мы сегодня будем играть, да, в это идеально, блин, у меня... Ой, как же плохо, давай мы выберем... Я даже не знаю, что мне выбрать. Давай-ка я выберу карнавал. Да, потому что дом. О, май гуднес. Я заскучил. Фу, команда. Скип. Скип таймер. Ага. Там я поняла. А что будет, если умереть, а я выключу звук, блин? Извините за мой никнейм. Ну быстрее, блин. Быстрее иди. Иди быстрее. Она не хочет идти. А, понятненько. Мы должны везде собирать, короче. Я насобирала, да, 7-го левела, чтобы вам показать, да, наконец-то. Записки. Ой, май гуднес, только я тут... О, пистолетик, я могу его открыть. Как вы знаете, да, есть такая пословица. Если вы там оставили ключ фиолетовый, то заберите его, да. А то если вы этого не сделаете, то будет очень плохо. А почему? Блин, мне показалось, что он в олен... Ай, как взять этот ключ, блин, это очень сложно! Как взять зеленый ключ, смотрите. Ай, я чуть не умерла от своего греха. Отлично, я взяла зеленый ключ. Отлично, могу пропасть. Смотрите, сейчас будет музыка Гарри Поттера. Если кто не знает Гарри Поттер это мой самый любимый фильм. Я его всегда любила смотреть с детства, да, и сейчас люблю, да, потому что такое время, которое ты... Не сумеешь спасти. Тут есть патроннички, я могу их взять. Это замечательно, блин. Теперь я подойду к доске, ее возьму. Ну, как? Ну, мы вообще не расстроили почти снаку. Берем, отлично. Главное, чтобы кто-то ко мне не присоединился. То так бывает, да. Бывает, кто-то присоединяется, да. Хорошо, что я новую прическу сделала. А вы ее видели, эту прическу? Наверное, что да. Я возьму желтый ключ. Потом гаечный ключ возьму. Потому что это финалочки, да, это финалочки, да. Опа, тут есть этот самый ключ. Главное, чтобы мы не умерли. Я сделаю вот так. Делала плащ-невидимку, да. О! И где же София? Где она прячется? Извиняюсь, раскрыла свое имя, ну ничего, ничего страшного. А, блин, надо бежать! Бежать от свинины, блин, или это не свинина, а от клоуни, блин. Оставим тут молоточек, чтобы... Теперь мне нужно все открыть, блин. Это финалочка, почти чуть-чуть осталось, гляньте на дверь. Сейчас чуть-чуть, давайте мы повысим уровень, вот так вот, чтобы повысить свой уровень. Свой, как сказать... Ой, блин, зависает, лагает, блин. Ой, нет! Главное, чтобы... Понимаете, чтобы экран записывал для видео. Главное, чтобы Роблокс не лагал, а то... Есть такие сплетни, подтвердили, да, блогеры, что Роблокс взломают, блин. Да они никто не сломает, да. Надо как-то обхитрить. Вот так вот обхитряем. Я хочу создать свою же свинину, блин. А то надоело играть в одну и ту же свинину. Хочу создать новую свинину, которая может быть все. Которая может все, блин. Которая без плеера, короче, без всего. Да, предатель только будет, блин. Прикиньте, как будет весело всем. Будет весело. И они будут благодарить меня, что я такая добрая. Надо вот так сделать. Я через стенку проникла. Идеально, прям испарилась. Он такой, где Софирка?
А я сейчас появлюсь, гляньте. Вот, вот она. А я постоянно так шучу, блин. О боже, как мне туда проникнуть, блин, свой нож. Спрячь, пожалуйста. А то предателя тут еще одного не хватало, блин. Хватаем и все, избегаем. Это финалочка, почти финалочка, блин. Отлично. Отлично! Уюсь. Опа! Сыграть два мяча до конца. И... О, гляньте, какие новые скины тут появились. О, боже, сколько у меня этих самых конов. Я могу купить себе 100 токенов. И какой-то бельмод, какой-то вот секретный мод, который... Скин ловушки, блин. О, ловушки, я хочу вот эту вот ловушку, блин, себе. О, почти, чуть-чуть осталось, почти все, я сейчас дойду до 11, потому что если я бы снимала бы там... О, наконец, перевели, конечно же, 8. Но все равно, видите, я там проголосовала, я не могу за себя проголосовать, да. Видите, если кто-то нажмет на что-то, то все равно выберется, что там, да. Выберется не то, что они хотят, а выберется то, что я хочу. Потому что я админ этого сервера, да, это мой сервер, да. Что это? А, понятно, это просто показывает. Сейчас полностью сделается идеальный. Ой-ой-ой, там шумлять на заднем плане, как я этого не люблю. Я наконец-то прочитаю для вас, да, наконец-то, давно я не читала в пике. О, ну это обязательно надо орать! Я осуждаю таких персонажей, которые орут там сзади, блин. Бесят они уже, боже. Ну как я не люблю? Возьму, вот, гляньте, предаст мир. Да блин, там кто-то орёт, реально задолбали, блин. Я тут играю, стремлюсь. Бесят эти собаки, блин. Постоянно орут. Опа. Дядя, вот ему. Я вот могу разозлиться. Постоянно кто-то морёт, реально задолбали. Они мне мешают играть нормально в пиги, блин. Нормально шарить, блин. И постоянно... Господа, вот вы... Господа, если честно, вы бы себе представили, кто там... Кто там шумит на заднем плане, блин? Не думают, что не слышно, а слышно, потому что я отключила громкость, чтобы... Понимаете? Вы не понимаете. Опа! Гляньте на нее! Я сейчас приду! Господа, я их уже обезвредила, этих собак, потому что они постоянно там гавкают, даже не представляют, что я снимаю. Да. Вот гляньте, я уже забыла, что я хотела сказать. Гляньте, господа! Дядя! Гляньте, я хочу просто вам показать. Дядя! Ой, блин, мышка мешает, давай вот так. Дядя! Не помешай! Почему постоянно кто там шумит? Придется мне на громкую связь! Отлично. Берем. А, я ж не открыла, блин. Блин! Идеально прям менять цвета. О, май гуднес. Меняется так челочка, видите? Да. Так, стало красиво. Ну ничего, давайте мы не будем стремляться. Давайте мы будем начнем серьезные игры, да. Я вот прострелила ее, да. Thank you.
Отлично, пропали. Прибили не меня, но зато хорошо в сердечке. Я хотела прям... Но нету патронов! Так что бежим. О, замечательно. Выполнение ежедневного задания. Ага! Сезон закончится. Я хорошо, что я начала играть в спиде, блин. А то если бы не тренировки, бы 3 часа... Блин, мне уже скучно играть одной, потому что ты прям понимаешь, что нельзя играть с другими персонажами, потому что они могут тебя обозвать, когда я стрельнула одну девочку, да, в пиге она из-за этого рассердилась и назвала, я не буду это говорить, потому что это как-то так невоспитанно, так, мне так сказала. Так только делают невоспитанные люди, чтобы вы знали, да. Главное, не надо обзываться, главное, не смейте обзываться. Ну, я обзываюсь, такая же классика у меня, да. Извините за мои обзывательства. А, блин, там ворот, я сама себе закрыла. Как же, очень плохо, блин, очень плохо. Берем ключ. И берем и открываем. Орут там эти собаки, блин. Орут, еще раз орут, блин. Не дают мне поиграть, понимаете? Не понимаете, да, вы как всегда, не понимают ли вы или понимают ли вы, да, я не понимаю, блин. Опа, там патрончики меня ждут. О, тут еще доска. Сколько тут всего патронов и, конечно же, ключей, блин. Ой, и доска, точно. Отлично. О, я сумела. Пожалуйста. Не убивай! Отлично, вхитрили его. Он подумал, что я пойду туда, а я пойду сюда. Вот мы такие девчули, да. Постоянно обманываем парней, да. На, сквозь который, опа, прям сливаются, прикиньте. Сливаются прям предметы, я прям забываю, где там лежат, блин. Именно первый чептер он меня в Пиги Бук 2 разозлил. Именно первый чептер, это мой самый нелюбимый чептер, да. Отлично, берем постоянно по старинке, да, потому что... Потом мы возьмем пистолетик и уйдем, прикиньте. Так будет, как из дверей веков, да. Опа, там патрончики мы запомнили, там лежат они. Отлично!
Ой, боже, мы идем прямо к нему навстречу, скобочка Хнеда. Я к деревню иду. А, я не открыла еще полностью. Где же золотой ключ? Ой, точно, желтый, где мой желтый ключ, блин? Где желтый ключ? Где он валяется? Я сейчас подключу Дроздра первому, да. И будет всем плохо. А может сразу же взять фиолетовый ключ себе? А, вот же этот самый. Вот же ключ. Я нашла. Главное, чтобы меня не убили. А то будет очень грустно, да. Но хоть все открываю, блин. Надо, главное, открывать все, блин. А не сидеть на одном месте, да. Вот так сделаем, чтобы было красиво. Скобочка какая-то... А, блин! Нет! Мы его пустили. Отлично, мы сбежали. Блин, я не хочу тратить. Ну придется, блин. Не надо лагать, да? Не надо лагать. А так можно было, что ли? Конечно же, можно. Можно. О, ню-ню-ню-ню-ню. Остается только одно. Одно, блин. Остается только два, блин, примета. Остаемся невидимыми. Берем оранжевый ключ. Вот там ключ, я вижу, блин. А где, блин, патроны? Я не знаю, где патроны, но... О, боже, нет! Как его купить? Спасибо. Да, я прочитаю хоть. Тут написано, почему мои друзья оставили меня здесь. Не знаю. Я не знаю, почему они тебя тут оставили. Наверное, ты сильно зол был на них. И поэтому они тебя заперли. А, я поняла. Я не понимаю лора в этой игре. Или тут нам показывают предыстория. Да, иногда нам показывают предыстория, как они там меняются, да. Типа выпивают зелька мистера Пи, он, наверное, выпил. Фиолетовый ключ берем, все, идеально. Главное, чтобы, господа, если кто-то возьмет мой фиолетовый ключ, то я стану предателем, его зарезут. Господа, если честно, если... Господа, если честно, если я сейчас вам предоставлю. Если, гляньте, если вы там увидели фиолетовый ключ, то его лучше вот так заберите с собой и унесите его подальше. Если вы этого не сделаете, знаете, что будет. А вы знаете, потому что вы уже видели, да, все серии Пиги, да. Знаете, что будет? Я застрелю предателя, застрелю Пиги и застрелю вообще всех игроков. О, он забагался. Ладно, не буду его трогать. Потому что постоянно... Блин, что это было, бля? Что это было? Господа, почему пацан потом шумит, блин, и орёт, блин? А, вот так было. Стоп, посмотрите. А, я стрельнула в тебя! Ты что, непроницаемый? Он непроницаемый, блин! Он читами, он читер. Ладно. А он меня не прибил. Где патроны, блин? Где патроны? Нет! Мои любимые. Господа, если честно, если вы там увидели фиолетовый ключ рядом со мной, то вы лучше заберите. Да, если вы этого не сделали, то я застрелю, знаете кого? Я застрелю Пиги. Да. Его... Ну, вы видели, да. Где патрон? Я сейчас вам при... Такая музыка из Undertale, блин. То будет вот так. Я застрелю вообще всех Пиги, если кто-то... Господа, если там будет предатель, если вы не заберете фиолетовый ключ подальше от меня, да, то так и будет. Я застрелю Пиги, потом предателя, и потом всех игроков, да. Вот такая я вот злолюка, да. А, наш, надо убегать. Потому что дверь-то открыта, блин, а я тут бегаю, с вами разговариваю, блин. Очень жизненно. Я вот так. Отлично.
На меня встали. О, замечательно! Осталось совсем чуть-чуть. Выйти с роя из режима боя. Ой, роя. Ой, из режима роя. Но я не буду этого делать, потому что я чуть-чуть осталось совсем. Да-да, это говна, блин. Я рой не буду включать, потому что там будут все пыги, представляете? Все прям. Можно попробовать, но я не знаю, я сбегу этого или нет. Или же... Ну, наконец-то уже все по-русски, то... А ты что-то как-то так. Еще надо было по-украински. Вам лучше быть готовым, мистер Пи. И я иду за тобой. Мы детектив, мы частный детектив, что ли? Я иногда не читаю это, иногда читаю, видите? Какая у меня теория прикольная, прикольная. О, я уже подошла к ключам уже. Я уже подвигалась туда. Замечательно. Он должен быть где-то здесь. Мы какие-то детективы, представляете? Опа, левел повышен. Замечательно. И теперь. На 9-й левел. Это ж идеально. А, господа, изменился уже. Господа, был когда-то 12-й левел тут. Гляньте. Тут был когда-то уровень повышен, чтобы, понимаете, чтобы открывать. Господа, если честно, чтобы открывать там концовки, ну вы поняли. Типа там в новинку, да. Типа там в новинку. Ой, блин. Типа там в новинку, и ты такой открываешь такое обновление. Думаешь, как там... О, тут еще два ключа, замечательно. Господи, сейчас я на серьезе просто играю, да. Я не могу развлечься, понимаете, понимаю. Просто играй в пи. Прекрасно. Идеальная жизнь. На улице война, а я... Зубрилу в Роблоксе, да. Просто идеально София придумала. То есть там фиолетовый ключ я где-то профоронила. Наверное, где-то вот там, да. Нет! Это же Ронни! Я подумала, что это будет только один. Мне нужно справляться со всеми. Нет! Они меня сейчас убьют, да. Вместе, дружной компании. Пиги обычно. Меня убьют пиги обычно, клоуни и все остальные, да. Блин, я хотела новую музыку, да. Но ее тут не добавили, значит, давайте. Опа! Значит, я сейчас прострелю, да, мои мечты сейчас будут. Берем фиолетовый ключ. Мы так берем. О, нет! Не боюсь, нет! Отлично. Гарри Поттер включаем режим. Все, забыли где. А, вот я и то, о чем я говорю. Все спавнятся и постоянно меня хотят всех убить. Меня, то есть. Я сейчас буду всех убивать, да. Отлично. Отлично! Хватаем. Пристреляем. Я радливая. У меня все радуется внутри, да. Сколько их нет. Где патроны? Где они? Где они? Я даже не... О, вон! Я нашла. Наконец-то. Пристрелили. Ой, как вы так быстро так очучаетесь, блин, очухаетесь. О, нет, они меня сейчас убьют, сейчас они меня сейчас зажмут, блин. Оставляй тут пистолет, погладим его. Прощай. Мы постоянно будем... О, нет, пополнение, нет. Тут изменился персонаж, учительница, да. О, нет, сейчас кто-то окажется, да. Пожалуйста, не окажись. Сейчас посмотрю на эту сцену. Тут не окажется никто.
Тихо. А! Нет! Я сейчас все тут пережму. Нифига себе, он умный, блин! Сейчас только одну, блин. Где этот самый желтый ключ? Я забыла, где он валяется, блин! Вот патроны мои спасители, вот они. Фукси вырвал. О, нет, мемори. Гляньте на эту толпу. Как она идет за мной вместе. Я лучше уйду оттуда, потому что все эти персонажи, гляньте, как они так идут за мной. Все, ушли отсюда. Токены купили. О, господи, сколько у меня токенов! Память. Дейзи, дьявол, Энджел. Я купил себе Энджел. Да. Мими у меня была. У меня Фрости Тиги. Я лучше ее куплю заново. Да. Ну, понимаете, чтобы, понимаете, продержаться. Осталась только одна, да? Господа, вот будет длиться вечно, так что... Продолжите ли мне завтра играть в Пим? Есть такой вопрос. Сколько там время? Сколько там время? Выше время. Ой, очень много времени. Опа, там сразу фиолетовый ключ. Орать, блин! Задолбали! Замечательно. Ну, надо было потерпеть, блин.
Отлично, тут есть патроны. Мы сбежали. Ой-ой-ой! Твою мать, красотища какая! Подождите. Опа! Я хочу вот эту вот ловушку, блин. Я хочу вот эту вот ловушку, она прям идеальная прям сюда подходит, я хочу ее купить. Я не могу ее купить, а, боже мой. Я сейчас приду, господа. И да, я вернулась, и это было... Я не смогла. Я потом, я просто там такое видео смотрела, такое... Ну, мы сейчас будем играть в Пиги, наконец-то, блин. Восьмая, блин. Отлично. О май гуднес. Ой, я ж музычку не выключу. Ай-яй-яй-яй, я это уже видел, это дерьмо. Надо мне поправить его идеально. Ой, нет. Это музыка. У меня в голове, блин. Вечно. Как это? Проходит через стены читерство. Читерство, блин. Я тоже прохожу через стены. Ой. Через стену прошел. В карнавале, да?
Я уже все прошла, уже все... Все прям, да. Остается только последний сезон, да? Это для меня сделал разработчик специально. И чё? И для всех ютуберов. Да почему там орёт моя собака постоянно? И каждый раз, да. Гэм-гэм-гэм, задолбали уже оба. Я хочу нормально заснять ролик. И постоянно, каждый раз, когда я снимаю и записываю видео, все равно гавкают эти два Бони и Тюбик. Да. Сейчас я сделаю гром. Меня именно не понять, да. Потому что моя дача сильно всем плохо, да. Потому что я ненавижу. Ненавижу этих собак, которые орут постоянно, понимаете? Когда там орут собаки, это так ужасно. Ой, я где там вообще стою. О, покупай. Бегите, чептер, выйдите из заражения. Заражение? Вы что, с ума посходили? Отлично, у меня в руках молоток. Это новая музыка. Вот у клоуни музыка не поменяла. Хочу что-то нового, блин. Я ж забыла, что второй, блин!
напугалась свинина, блин. То есть слонина, блин. О. Извините. Извините. Пацана кашу видели. Чихаю, блин. И обязательно надо прыгать свинина. Напугали вы. Напугали! Я прохожу... А, блин! Я прохожу сквозь стены. Я проходитель сквозь стены. Гляньте, я проходитель сквозь стены. Отлично. Похлопайте мне. Господа, господа, если честно, я сейчас приду. Господа, гляньте, остается чуть-чуть. Остается чуть-чуть. О боже, новый скин. Новый скин. И какой-то последний скин. Я не знаю, что это. Какой-то... И какой-то вот это. И остается только забить журнал. Это идеально прям, блин. Такое ощущение, что прохожу уровень резни, да. Но не помнит уровень резни, да. Тот, что проходишь уровень резни, это означает, да. Как обычно, да. Мистер Пи. Я иду за тобой. Мы как маньяки, прикиньте. Если там скажут, что мы идем туда. И да, я скоро сейчас закончу этот левел, наконец-то. Да. Идеальная походка. О, нет. Я проходитель сквозь стен, прикиньте. Гляньте, господа, как оно. Боже! Нет! Видели, как это же произошло? Чуть тебя меня не убили, блядь. Могли бы убить. Видели, господа, вы видели только что, что произошло? Господа, вы видели только что, что произошло? Конечно же, что видели. Вы видели. Вы свидетели. Вы свидетели происходящего, что происходит с моим компьютером, да? Отлично. Просто отлично. Мы открыли двери. О, боже, блин! Я перепугалась, потому что это? А это ж мини-тон сделал новую часть, да?
тут больше, тут, понимаете? Знаете, почему пацаны выбираю карнавал? Потому что... Потому что ты... Тут много всего, понимаете? Ты можешь прям замечательно, господа. Если честно, это будет длительное. Мы продолжим следующую серию, продолжим именно завтра или же послезавтра, я не знаю. Всем бай, увидимся в следующей серии. Или же всего.